Пошли, говори. Ну, что сегодня идет? Дождик? Привет, мы в гостях у Машеньки. И сегодня у нас такой дождь. Я возьму зонтик с елки. Зонтик с Хеллоу Китти. А сапожки? А сапожки просто розовые. И что мы? Бегаем в сапожках по лужам. Как мы бегаем в сапожках по лужам? Промокли штанишки. Ну, побежали? Такой сегодня дождик у нас идет. А под зонтиком идти-то хорошо. Тем более под зонтиком с Hello Kitty. Ой-ой-ой, все затекает всюду. Ну? Лужа! Лужа! Ну, пойдем искать лужи. О, я знаю, впереди есть лужи. Много-много луж. Ой, ой. Держи зонтик. Ой. Ну, где лужи? Ух. Вот как весело! Даже ручьи стекают. Машуля, посмотри, где ручьи стекают даже. Ой. Промокли? Промокли. Ну, пойдем, пойдем. Аккуратненько иди. Ох, я здесь не пройду. Почему? Для того, чтобы здесь пройти, тут нужны сапожки резиновые, как у Машеньки. А Машенька пройдет, потому что у нее резиновые сапожки. У нас тоже бывает дождь. Ну что, скажи пока-пока, ребятам. Пока-пока. 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 Помахай ручкой.